Голова Балди, видите? Ничего себе, голова Балди! И нам засчитывается справа внизу, это типа как мы нашли пасхалку. Это именно ведьмочка вариант. Она красивая, гляньте, ребята, как круто сделано. Фиолетовая, прикольная. Всем привет! Привет, друзья! Вы на нашем канале Валеришка Плей! Ребята, присоединяйтесь, подписывайтесь, мы будем очень рады! Жмите колокольчик! Сегодня у нас вышло обновление в Роблоксе! Балди! Это самое крутое! На Хэллоуин происходят всякие загадочные мистические вещи. Балди! Вещи! Ребята, я буду сейчас Балди-тыковкой! Смотрите! Конечно, еще немножко есть времени до Хэллоуина. Ну, да, я на Хэллоуин вырезал. Мама, давай ты будешь делать играть. Да, я пока хочу поиграть в Балди. Смотрите, здесь много... Прикиньте, приходит к Балди такой, let's go Хэллоуин. В школе учитель приходит с головой тыквы. Балди сделал себе тут огород, смотрите, он выращивает тыкву, готовится к Хэллоуину. Ребята, у нас было let's go... У меня есть, смотрите, есть ведро. У нас было let's go school, let's go camping, а тут let's go Halloween. Балди уже где-то конфет себе раздобыл, это я ведро внизу взяла, у меня появилось такое ведерко с конфетками. Классно. Это у нас, смотрите. Let's go Halloween. Это, так, смотри, я иду сейчас собирать конфеты. Да ты идешь в бассейн. Мне даже ребята, кстати, написали, что нужно говорить. У нас в ролике на Валеришке Сим вышла уже ведьмочка в Балди Playtime. Написали жизнь, как там? Жизнь или сладости? Конфеты. Сладость или радость или гадость? Да, сладость или гадость. Сладость вот. Или гадость. Да, ребят, правильно. Сладость или гадость. Сладость или гадость. Я должна буду ходить и говорить вам. Ням-ням-ням. Ой, смотрите, я даже есть могу ведро, представляете? Круто. И в ведре меньше конфет не становится. Ага, мама слушайте. Может быть веселой, грустной и с тыквой. Ну, вообще, мне нравится с тыквой. Больше круто. Всего. Круто. О, Валерий, будешь... Я Playtime. Playtime ведьмочка. Лайтана обычная. Она еще может быть у нас со скакалкой и с порезанной скакалкой. Мне нравится именно ведьмочка вариант. Она красивая, гляньте, ребята, как круто сделано. Фиолетовая, прикольная. Да. Кстати, ребята, напишите в комментариях, кто уже праздновал Хэллоуин, и ставь пальчик вверх. И что вы делали на этот праздник? Как вы наряжались, разукрашивались, может как быть... вы тыкву делали? Да, вырезали тыковку. Вообще, любите ли вы этот праздник? Или это чисто вот американский праздник, и наши как бы еще мало его отмечают. Хотя я уже... Даже наряжалась. Я вам расскажу сегодня свою историю, как мы отмечали Хэллоуин. И я наряжалась скелетом и приходила пугать всех. В школе отлично. Мы тоже отмечали я Хэллоуин. Помню, у меня там супер история, я вам сейчас расскажу. Валерий, только... что ты делаешь, рассказывай. Валерий, сейчас посмотрим, как она стала... Так, это ты, получается, на кемпинг пришла? Волшебная палочка, как у настоящей колдуньи. Вау, так... Костер, это линейка. Подожди, серьезно? Гори, костер. Не горит ничего. Это не палочка, это линейка, ребят. Это линейка. Балди, зачем ты мне дал мне волшебную линейку? Что? Надо просто остановить и сказать Let's go Halloween camping. Да, это оказалось уже на кемпинге. И да, давай сейчас круто. Кемпинг в форме Хэллоуина. О, так. Давайте подкинем дров в костер. Там что-то красненькое, смотрите. No, а это no. Вот эти вот no-no-no столбы. Значки no-no-no. А что это там? А, чащу подожди. Леса. Интересно, нельзя а здесь есть затушительный? Который будет тушить и нас тушить? Пугать. Попробуем поиграть. Есть, я думаю. А что это за... Вон он, а птичка, что это такое? Ой, это птичка. Там... Валерия на нее нажала, но она что-то не откликнулась. Ничего. Она сказала привет и все, и хватит. Так, получается, у нашей Playtime тоже есть ведерко с конфетками. Пикник. Ням-ням-ням, ляны не сидят с квадрикоптером и со свитером. И свитер. Ну, свитер это самая необычная фигура. Свитер подкрался сзади. Валерий, поиграешь за Playtime тыкву? Что это за тыква? Это, кстати, из VIP-комнаты, из VIP-набора. И она, и ее нужно собирать всякие пасхалки по Серьезно? Всем комнатам. Вот один кружок мы уже Какая собрали. Какая она смешная, ребят, смотрите. Тыковка. Но у нее даже на голове не тыква, а какая-то вот странная... Штучка. Штучка, да. Квадратная вот такая. Да, помните, какая-то шапочка. Помните, у нас шапочка. В одной из предыдущих серий был боулинг-шары разные круглые, которые мы катали. Да, прятали. Вот здесь мы спрятали. Тоже должны собирать вот такие вот приколы. Тыкву в углу, подожди, вот голова Балди, видите? Ничего себе, голова Балди! И нам засчитывается справа внизу, это типа как мы нашли пасхалку. А, слушай, а есть какое-то количество, сколько пасхалок ну, спрятано? По-моему, их тут 5. А мы сейчас, вот что-то желтое. Вот еще желтое. Ух ты, а что это, монетка? Так, засчитали, да? Не знаю. Отлично. А это получается что-то бонус, так, да, там какой-то? Звездочки полетели. О, бежим. Может быть, мы теперь будем светиться? Так, нет? Жалко, это не просто светится. Это просто 3 бонусные очки нам в аккаунт Roblox. Вон шарик, видели, они покатился. Катились.
кто тоже заметил, ставь пальчик вверх. Мне кажется, только внимательно это увидели. Ты увидела, Валерий? Да. Да? Ну, это там шарики ты такие. Ты не увидел? Нет. Он катился. Катился шарик боулинга. Так, ну наша получается плейтайм. Направилась в чащу леса. Сейчас мы, может, что-нибудь тут тоже найдем. Шоколадку. Кстати, а деревья какие-то белые, что ли? Смотрите, может, уже снег у них там выпадает? Нет. Нет еще? Мама, еще осень, да? Еще осень. Нашли, ребята, тыква черная. С рогами. Круто. Так, я теперь. А, ты этим? Клаудикоптер мой любимый, полетели. А почему у него такие желтенькие внизу штуки? Я не знаю, что у него желтые, лапки или что это у него? Я тоже Ребята, не знаю. Ребята, что это у него? Молнии? Это молнии. Молнии, действительно. Молнии, это молнии. Точно, он какой-то грозовой клаудикоптер. Он мало того, что дует, он еще и дождем, наверное, грозой бывает. Мне нравятся тыквы по всей территории, теперь карты, да. А, кстати, здесь же есть еще тайная комната теперь. Да. Давайте тоже посмотрим. Давайте. И, кстати, моя история про Хэллоуин. Я вам сейчас расскажу. Мы отмечали у одного нашего одноклассника... Так, я пока за носок поиграю. Поиграй за носок. Мы отмечали Хэллоуин у него дома. Нарядились все в красивые там ведьмочки. Мы были девочки-ведьмочки, мальчики там оделись в зомби. Скелетики. И неожиданно пришли родители этого мальчика домой. Они тоже были в костюмах? Ну мы, да, мы нам как-то было очень неудобно, но родители нас оказались такими классными. Они пришли к нам в комнату, одели, получается, покрывало, ну вот эти пододеяльники белые. И залетели к нам, как будто они привидения, представляете? Мы вообще были очарованы Круто. Родителями. Ну, в общем, классные, да, такие вот родители, которые Ребята, всегда... Ребята, ваши родители какие делали с вами приколы? Поддерживают всегда своих детей. Это очень круто. И они с нами отмечали. И пугают. Да, и пришли, пугают. Ну, даже, даже мальчика, 85-летняя бабушка была. Она делала тоже пугала. Она делала покрывало, да, белое, просто не пришла к нам... привидение. Круто, ребята. Мы были отлично. В шоке, честно. Ну, получился очень Давайте бананчик А я пока носок обжора. Ням-ням-ням. Так, ну давай. Ну что ты обжора такой? Ням-ням-ням. Поэтому, ребят, пишите в комментариях, как вы отмечали Хэллоуин. Балди, а ну на-на. Ой, я швабра. Валерий Швабра, поехали. Ой, она странная. Смотрите, какая. Она швабра с колючкой. Она может меняться. Смотрите, у нас есть кнопка поменять костюм, либо стать своим нормальным изображением, каким обычно ты играешь. Жалко, что нет тыквы на нашей швабре. И, кстати, она теперь похожа больше на грабли, а не на швабру, если честно. Ну, правда, Но посмотрите. Похоже на какую-то злую швабру. Она либо злая швабра, либо грабли. Уже можно идти тяпать эти тыквы на огороде, Вау. Ребят. Оу, Балди, привет, как Давайте дела? Давайте граблями. Валерий, подвигай. Ты сейчас смотри, его не сдвинь никуда. Я в Балди дом, говорит. А, смотрите, что это было тыквочка. Такое красненькое, интересное. Это тыквочка была. Так, тыква, давай посмотрим вот эту комнату. В библиотеку вдали... поехали съездим. Давайте посмотрим, там что-то прикольное. А, вы бедли, Опа! Ух ты, Вау. Смотрите. Круто. По-моему, здесь нет даже тыковок, ребят. Ням-ням-ням. А где, где ведерко? Я обзора швабра. А, в швабре тоже есть ведерко с конфетами. А ну у всех есть ведерко. Ну это классно. Никак... Каждый из них уже понасобирал по квартирам себе конфет. По домам, я бы сказала. По домам да? даже, да. Так, ну давай сходим, посмотрим. Поехали на кемпинг. Хэллоуин! Ой, сколько кемпинг! Тут ребят, круто. А почему Бали не поменялся в этом варианте, да? А что-то да, он не поменялся. Стоит такой же. А вон девчонки, кстати, смотрите, с Балди бьют. Линейками. Просто, наверное, у кого-то вид, наверное, просто открыт. Так, ребята, я хочу побыть тележкой, можно? Ладно, мама, давай тележку. Ребята, вы видели странную тележку? Ребята, у кого-то просто вип открыт. Это не просто тележка, вы посмотрите, что у внизу. У нее вместо сердца мозги, а в голове меч. Так она зомби, вы видите? Она зомби. Но она зеленая, как Ребята. Будто она стала зомби, да. И глаза розовые. Знаете, откуда тут Балли появился на камере? Откуда? И откуда эта переменка? Не откуда? Знаю. Это я тоже это есть костюм? Это из А, это есть костюм, и получается, VIP. Ты тоже одеваешь. Круто! Это VIP-костюм. Ну, кстати, я не знаю, зачем VIP обычно сделали, правда? Могли меч что-то голове, интересное. Меч в голове, очень странно. Ага, смотрите, я не могу никак прокатиться это, здесь. Это, короче, VIP там, там и Балди, и Балли, и переменка. Так в VIP все ребята были. Но да. Мне, кстати, мне кажется странным. Хотелось бы что-то более интересное, чтобы было VIP. Потому что вот этот мне нравится больше всего. А мне вот этот кажется да, странным. Меч тут, мозги там. О, смотрите, Плейтайм приехал. О, боже мой, смотрите, сколько фраз я могу говорить. О, я обзоры тележка. Она прыгать заставляет. Я конфеты ем. Ребята, я обзоры тележка. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Круто, мама попрыгала у Плейтайм. Слушайте, ну это очень классно. Ну да, мне больше всего понравилось вот этот вот чудик.
Ребята, если вам понравилось обновление в Роблоксе, почему бы не поставить нам пальчик вверх? Мы старались. Нажимайте подписаться и колокольчик, чтобы не пропустить наши новые серии. Да. Нам всем приятно пока, будет. Пока. Спасибо мы огромное. Мы вас очень любим. Всем пока. Да. Всем пока, классного пока. Настроения, ребят. Да, мы вас очень-очень любим. Всем пока-пока. Ты дышишь.